Обращение Пашиняна к ОДКБ является популистским ходом и попыткой воззвать к внешней силе, чтобы помочь армянским оккупационным планам. ОДКБ здесь ничего не может сделать. Она лишь помогает в случае какой-то военной агрессии и угрозы территориальной целостности своего члена. Здесь этого нет. Как передает канал 13, об этом репорт заявил старший аналитик Вестника Кавказа Андрей Петров, комментируя обращение исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна ОДКБ за помощью в урегулировании ситуации на азербайджано-армянской границе. По словам эксперта, подобного рода просьбы с армянской стороны наносят вред имиджу ОДКБ. Получается, что таким образом Пашинян наносит вред имиджу государства организации ОДКБ, показывая, что она не может помочь своим членам в их планах и желаниях, хотя, конечно, ОДКБ никаким образом к демилитаризации границ не относится. Петров также подчеркнул, что нынешняя напряженная ситуация инсценирована Ереваном из-за приближающихся внеочередных парламентских выборов. Сейчас оппозиция использует это для того, чтобы попытаться надавить на власть и показать, что она слаба и не имеет возможности отстаивать свои интересы. А действующая власть со своей стороны вынуждена показывать свою силу, что она может сопротивляться Азербайджану. Но, как обычно, это случается во внутренней политике Армении. Они снова обратились за помощью к внешним силам России и ОДКБ, заключил Петров.